Традиционный конкурс плаката рисунка «Опасный спид» в этом году объединил на выставочной площадке Центра молодежного творчества более 360 работ талантливых ребят со всего региона. В числе самых активных представители Бреста, Пинска, Ивацевичей, Драгищина, Жабинки, Кобрина, Каменца, Столина. Каждый из участников постарался максимально полно отразить актуальность проблемы ВИЧ и СПИД и подойти к конкурсу наиболее творчески. Над идеей я работала где-то в течение месяца. Я пыталась создать максимально выразительный образ, целостность композиции, чтобы зритель, посмотрев на работу, задумался об этой проблеме, как-то заинтересовался, попытался, может быть, узнать подробнее. По состоянию на 1 декабря 2016 года в стране живет более 17 тысяч человек, являющихся носителями ВИЧ-инфекции. В Брестском регионе порядка 1300. Конечно, в целом на республиканском фоне проблема выглядит не так остро. Однако в борьбе с этой непростой болезнью на счету каждый человек, каждая людская жизнь. Школьники и студенческая молодежь это осознают, уверены в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Работы различные направления, компьютерная графика, рисунки, плакаты, коллажи. То есть мы видим, что молодежь нашей Брестской области старалась показать лучшее, что они могут на конкурсе, и выразить свое желание бороться с этим опасным заболеванием. В актовом зале Центра молодежного творчества авторы наиболее ярких работ были отмечены дипломами и памятными подарками от организаторов конкурса. Лучшие иллюстрации впоследствии станут элементами раздаточных пособий и брошюр по профилактике ВИЧ и СПИД.